Кукла! Слушайте, ну это же какой-то арт-объект на голове. Не иначе как. Круто! Круто, круто получилось. Очень круто. Это волна такая волнующая, Настя, что я даже не знаю, что теперь запоют твои старички. Это волшебно, это просто божественно. Это очень красиво. Поворачивай. Трындец. Как вы это сделали? Ну кто ж тебе так расскажет? Это не я. Мне кажется, что этот образ можно сравнить с какой-то, не знаю, старой девой, которая вышла в люди. Может быть так. Вот, причем каких-то там 30-х годов. Настина реакция – это полная растерянность. Опять-таки, я это все списываю на возраст и неумение себя правильно подать, либо боязнь произвести какое-то слишком яркое впечатление, вызвать какую-то бурную реакцию окружающих. Настюш, я очень хочу, чтобы ты вот то, что ты увидела в зеркале, сейчас увидела в отражении тех людей, с которыми ты проводила целый день. Ты имеешь в виду в отражении очков этих дедушек, с которыми ты резалась в шахматы? Ну там не только дедушки, все-таки туда придут твои друзья, они там ждут тебя. Поэтому хотелось бы тебя отвезти в то место, где мы тебя забирали, для того, чтобы увидели все, какая ты красивая. Давай, поехали. Добрый вечер! Здравствуйте! Как хорошо, что вас так много! У нас для вас сюрприз, как вы понимаете. Когда мы впервые пришли сюда, мы едва смогли вообще отличить Настю от этих бабушек и дедушек, играющих в шахматы. В 19 лет девчонка выглядеть так не должна. Мы провели вместе всего лишь один день и показали, как она может выглядеть, да, собственно, и как должна это делать девочка в ее возрасте. Поэтому встречайте! Настя! Что меня вообще не узнают, а я вышла, и все как-то сразу так, ну, радостные все такие, все обнимаются, все целуются, все рады меня видеть. Я ее такой представляла, я бы хотела, чтобы она была такая. Ну вот, сразу и друзья стали фирменные. Да. Ну что, нравится вам девчонки? Да! Я ее несколько представляла в другом образе. Какое-то красивое платье, какая-то такая девичья прическа, вот, какие-то луками. Ну, а здесь она немного повзрослевшая, как для меня, девочка. Была намного красивее, когда ты была обычной девочкой. Спасибо большое, я от этого так ждала. Мне понравились ее каблуки, мне понравились штаны, пиджак красный. Он красный с черным, очень интересно смотрится. Мое настроение поменялось, мне кажется, что, возможно, я была не права. Вот, и все выглядит гораздо лучше, чем я думала.